Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня мы попробуем поиграть в миссию, которая вылетает при коопе. Вот, собственно, мы с товарищем Хиггсом попытались пройти ее, но не получилось. Придется делать это в одиночку. Не так весело, но, по крайней мере, чекпоинт сохраняется. Так что понеслась. Yes. Sulaco Actual, this is Winter en route to the hostage extraction. What the hell are we looking for, sir? Roger that. The manifest describes a security module where he's being held by Weiyu on the other side of the structure. Go get him back. Weapons hot! Start moving! Ну, интересно, ну что ты смотришь, пока что непонятно, что здесь случилось и что не случилось. Страшно. Is it all concentrated in this module? The Xeno's all new to come here. Oh my god. Actual, you seeing this? Affirmative, Winter. The image is shaky. What the hell is that? Say again, O'Neill. Did you just say a queen? What the hell else would you call it? It's laying eggs. Just get loose! Hit the gas! Hit the gas! O'Neill? Let's move, man. Shit. Приятная женщина. Но я, пожалуй, пройду дальше. Не-не-не, спасибо, не надо. И дышать этим тоже не надо. Что тут у нас такое? Ага. Отличная телепортация. Ага, вот, выкидывает. Но теперь мы берем здесь, запускаем. И попробуем пойти с чекпоинта. Resume campaign. Ну, к сожалению, сейчас надеяться некого, как и на чекпоинты. Хотя... Ауч. Это не очень здорово. А, блин, хватит плеваться в меня. О.
Ляха-муха. А так очень больно. Потому что непонятно. А, вон, наверное, эти. Так, сейчас, подожди. Да я оружие поменяю. Боты вообще не помогают, то есть они, при том, что они вдвоем, но я говорю, это получились бы отличные коп-карты, если бы не. Вообще другую точку хотел, я хотел вот эту вот. А и не того. Блин, ни хрена не видно. Ай! Кто по мне стреляет? Откуда? Вижу. Так, и что мне тут предлагаете? Вы извините, я тут попробую поискать что-нибудь. В особенности оставшиеся доктаги. Не, ну молодцы, конечно. Правильно и нужно. Так, что ты тяжело так дышишь? Мне хватает одного меня, чтобы тяжело так дышать. А, это ты? Хорошо, что я не могу пострелять. Угу. Battle Rifle Mines. Интересно.
Ой. Так, я отошел. Ай, блин, чуть-чуть не добежал. Так. Но. Как вы видите, все стало не так весело, не так гладенько. Сейчас арсенал апгрейдс. And сюда поставили. Правильно, правильно, все правильно. Там надо 20 врагов. Ага. Ой, да ёкарный бабай, никто меня не прикрывает, в отличие от кооп, потому что боты тупые как суровые негодяи. Так, ладно, у меня тут не поход за ачивками. Это, конечно, это интересное дело. Ой, блин. Хотя... Наконец-то заметил врага там, где нужно. Аптечечка. Кто здесь? Так нельзя. Нил, вставай, хватит лежать. Где-то здесь нет, здесь не лежат. Окейшки. О, что я нашел? О, я нашел еще доктаги. Последние доктаги на этом уровне. Это приятно. Кто бы что ни говорил. Вот. О.
Нил, ты меня покинул, я так понимаю. Ага. Я сейчас вернулся. Ни хрена не видно. Что там? А ты где был? О! Какие знакомые пенаты. Аптечка еще одна. Ладно, можно было. Че, я в тебя не мог упасть? Я знаю, что ничего нету, но все равно выглядит охрененно. Как понять? Есть тип... Weyland Yutani is harvesting the eggs for extraction. Those things get off planet. Understood, Winter. You two stay alive and get that marina. Да-да, you stay alive. Блин, хорошо сказать так. Quick status update on the derelict ship, codenamed Origin. Interior is stable. Cross-referencing the ship's current state with reports supplied by y'all. It looks like the Origin has been relatively untouched since then. CSS Nostromo encountered it 50-odd years ago. Hell, even most of the eggs are still intact. If I cared, I'd tell you suits that you're a bunch of exploitive dumbasses who are gonna get yourselves and a lot of innocent people killed. But since my shuttle leaves tomorrow, and this little project has got me enough money to buy a small country, I'll just say, good luck with all that. Mm-hmm. Короче, чувак там ушел на пенсию и на этом успокоился.
Кому ты говоришь? Follow me. Тут же нет никого. Давай, вставай, чувак. Ты тупишь всю дорогу. Так, что-то у нас есть интересно. Зачем нам туда? Пока непонятно. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Если у нас есть аптечка, которая почему-то не принимается. Ага. Так, ладно. По графике как будто что-то среднее между новыми проектами и АВП 2010 и АВП 2. Ну, наверное. Наверное, просто из-за стилистики. Чё, как будто только здесь были эти яйца, там же полные эти самые вагоны. Полными вагонами. Чекпоинт. Вижу. Куда побежал? Анил, блин, ты прешь на рожон и получаешь. Ой. Как и я тут тоже немножечко. О. Смотрите. Красивая ссылочка. Да. Ауч. Где вы там, блин? Где ж мне от вас спрятаться-то, а? Непонятно. Анил, блин, вставай, жопа ленивая. Даже нельзя взаимодействовать с тобой. Говорю, жопа ленивая. Здесь я правильно направление, вроде здесь куча патронов было. Так же непонятно. Ой. Ну ты, Анил, тоже молодец.
Если я в тебя попал, то ты сам подставился. Не виновата я. Что за агрегат такой? Прикольно. А чё не работают? Вставай, давай. Сам вызвался, сам это самое. Bishop, how? I'd start with bullets. Took one down. Тут оружие на четверых, да? Так, я все тут нашел, так что можно не рыскать по этим самым. Заспавнился или ты? Такое ощущение, что вы спавнитесь просто бесконтрольно. Сожгло нафиг. Сгорел на работе. Хорошо, что сейчас. Угу. Да блин. Дергается. А? Погляди-ка, да? Ну блин, Анил. Мадрид, Мадрид, вообще никого нету. Так, что-то здесь не то делаю. Темнота ж такая, вообще пиздец. О, у вас тут несколько. Так, ну что такое, давайте. Чего сложного здесь нет, просто...
у меня есть. Стрелушная. Ага. Ага. Мне так ощущение, что тут задерживаться нельзя, тут надо наоборот. Блин. Окейушки. Я как в Вольфенштейне подбираю все эти. Вали от меня. Ой. Что-то вообще нифига. Бежал, понимаешь ли? Просто вперед непонятно куда. Ладно, миссия, давай заканчивайся уже. Где этот Хикс? О, я вижу. Какая-то драндулетина. Ага, вижу драндулетина. Надеюсь, ты расстреливать не собираешься. Actual, you seeing this? Come in, Actual. There's an FTL on the ground. That's our way off planet. Hello? Actual! Where the hell did he go? He already knew. What? O'Neill, man, we gotta go now! Cruz, he knew about this traitor-ass piece of shit before he authorized the mission. It was never about Bella! O'Neill, get in the goddamn APC! Actual, this is 2-1 en route with prisoner. You have a lot of explaining to do, sir.
Where is he? Son, be careful about what you do next. Did you know about the manifest? You were gonna go either way. Did you know that Bella was gonna die, no matter what? Yes. And you knew it too. Son, there wasn't a force in hell that was gonna stop you guys from going in and trying anyway. Put it down. Lower it. We just risked our lives to get this guy out of the way you facility. Let's ignore the lion for a second. Why the hell was this Marine so important to you? What happened on the Sulaco? Don't lie to me. Don't you dare lie to me! Get that bag off that soldier now. И даже не моргнул. Corporal Hicks from the USS Sulaco. Been held under duress for months by Weyland-Yutani. He wanted information. Bishop? Are you alive? Different, Bishop. How the hell are you alive, Hicks? Your file was closed KIA 14 weeks ago. We're here because we responded to your distress call. Какой забавный дождь на его лице, да? Them, или что это такое? Captain, who did we bring back? We found out about Hicks when it was already too goddamn late. Что-то они хотели изобразить дождь, но походу не получилось. I'm sorry about Bella. You have no idea. They had a prisoner in that facility for weeks. Weiyu has an FTL ship on the planet. I got a duty to the other 100 Marines to get them off this rock. Then you better hurry, sir. Last FTL leaves soon and it ain't coming back. You know the FTL schedules? I know a lot more than that. Sir, we have two squads of Marines inbound, coming in hot. What? There's more than 100 Xenos heading right for Hadley's Hope. Откуда? Откуда? Сколько здесь людей? Должно было сдохнуть. Угу. Ей. Ну что, вот она была такая восьмая миссия. Ну а дальше смотрите наши совместные пострелушки вместе с товарищем Хиггсом. Всем спасибо за то, что были со мной. Лайки, комменты, шары, подписки, если вы еще нет, донаты, если есть желание. И увидимся в других играх. А может быть и в этой. Кто знает. Так что, адьос, товарищи. Пока.